Всем привет! Вы на канале Тыква КТВ. И сегодня у меня радостная новость. Я собрала всю коллекцию прилипал. Вот такие они яркие и красивые. Теперь у меня вся коллекция. Я очень рада. Я просто была, не знаю, даже как в шоке, когда ее собрала. Ой, это было шикарно. Теперь у меня есть все из этой коллекции. Вот такие они все красивые. Ребята, напишите в комментариях, а собрали ли вы всю коллекцию? Каких вам не хватает? И вообще, собираете ли вы эту коллекцию? Напишите в комментариях, мне очень-очень интересно. Ребята, ну вы будьте очень аккуратны, ведь попадаются и вот такие вот прилипалы, полуприлипалы. Это вот такая вот, так скажем, недоработочка получилась. Это должна быть вот такая прекрасная змейка. Ну, змейка без головы. Поэтому аккуратней, так скажем, выбирайте прилипал. Хотя их даже не расщупать такие. А бывает, что вообще пустота. Вот я прям расщупаю. Пустой пакет попался. Никого там не было. И такие случаи бывают, поэтому будьте аккуратны. Всегда, когда подходите к кассе, вы вот так вот пожмякаете, чтобы определить. Если нет, то попросить, чтобы вам поменяли, потому что пустой как-то не очень приятно получать. Ну и если вы прям такой умелец, разумелец, можете определить, нет ли, так скажем, такого брака, то тоже пытайтесь прощупать. И всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои видео. Всем пока! Пока-пока!